Исполняющий обязанности президента, спикер Джогурку Кенеша Талант Мамытов провел встречу с Советом по развитию бизнеса и предпринимательства. Предприниматели предложили свои проекты в сферах энергетики, органического сельского хозяйства, электронной коммерции и дорожной инфраструктуры. Эти инновационные методы направлены на развитие отечественной экономики. Спикер Джогурку Кенеша подчеркнул следующее. У многих наших соотечественников есть действительно хороший бизнес, идеи и хорошие программы развития конкретных секторов экономики. Но, к сожалению, со стороны государства не оказывается должной поддержки многим перспективным проектам. Для решения этой проблемы предлагаю использовать эту площадку для обсуждения наиболее интересных проектов, которые нацелены внести вклад в развитие государства.